на канале «Россия-1» продолжается премьерный показ мелодрамы «Лимитчицы», в сюжете 13 и 14 серий, выход которых ожидается 8 марта, мы увидим, что соседка Мордасова приходит к Нине по ее приглашению из-за того, что у Нины умерла мама, и теперь ей нужно с кем-нибудь поговорить, даже с Мордасовой, хоть они и часто конфликтовали. Во время разговора Нина рассказывает про свое детство и свою жизнь, а затем решается на неожиданный шаг. В то же время на производстве витает интрига по поводу нового директора, никто не знает, кто это будет, а Иван решает сказать Зое о том, что он поедет в другой город, но без нее. 14 серия. Василию не удается занять кресло директора фабрики из-за того, что кто-то постоянно пишет на него кляузы. В это же время Маша все так же пытается наладить отношения с коллегами, в этом ей решает помочь Люба. После смены они решают проверить качество изделия и материал и обнаруживают бракованные нити у одной из сотрудниц. Это приводит к тому, что лишают не только премии, но и зарплаты главную бунтовщицу. Потихоньку Маша поднимается по карьерной лестнице, она восстанавливает авторитет на производстве, и ее фото уже должны повесить на доску почета. И именно в этот момент происходит то, после чего Маша вынуждена покинуть фабрику. Премьера новых серий состоится 8 марта на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.